Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть игру под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать адского Генри на 18 уровень, да. Наконец-то этот день пришел, ему пора доделывать. И открывать пета-слот, и имбовать еще больше, правильно? Правильно. Но перед этим хочу вам показать, ребятки, сыграл два боя. Там первый этап 60 был, второй был 115. Вот я их прошел. Ну, за два боя, да, там первый бой был не очень, второй, ну, получше. Но суть в том, что дальше нужно 275, и последний этап, я думаю, 300 с чем-то. То есть, еще как минимум 600 жетонов, 600 очков, точнее, нужно будет набить. А теперь представьте, сколько это боев нужно сыграть. Ну, в общем, боев 6 это минимум, если у вас, опять же, у меня там 900 плюс рейтинга немножко на Кале. Ну, и как бы даже там встречаться за бустеры, в общем, да, сложновато немножко с этим делом. Но если хотите, попробуйте, конечно. Но если у вас нету скина, можете даже не пробовать, вряд ли вы дойдете до финальной грады. Возможно, у вас получится дойти до изумрудного, но я тоже сомневаюсь в этом. Все-таки, как вы понимаете, немножко душненько. Такой вот ивент, ну, как говорится, кто хочет проходить, я не буду. Вот я так и решил, не хочу душиться ради этого всего. Ну, а мы пойдем качать Генри, да. Все крайне просто, Генри надо прокачать, потому что есть жетоны. Как бы, да, жетончики на Генри. Ну, да, потом 2 миллиона надо бы потратить на прокачку 18 плюс уровня. Ну, опять же, хотя бы скидочку 10%, и уже можно будет 2 миллионов отнять 200 тысяч, да. Уже звучит неплохо. А так, за 10 персонажей, если прокачать их по скидке 10%, уже будет, считайте, еще один 11 персонаж, так сказать, бесплатно. Звучит хорошо, я думаю. Ну вот он, Генри, 1400 хпшки, 403 добавляется. Конечно, немного хп, но ему хватает, я думаю. Но все-таки красавец же, ну. Красавец просто офигенный. Будем сегодня нагибать за него. Конечно, хочется прокачать лук, вот эти вот 2-30% бонусного урона, понимаете, с лука у Генри это мощно, даже очень. Но пока буду держаться, как могу. Распределим сейчас немножко атрибутов, тут есть парочка штук. Ну что, первое копье. Вообще на копье бы отброс здесь поставить, но мы будем играть в командных боях, я думаю, в любом случае будем играть в урон. Может даже скорость будет поэффективнее, потому что 2% дальности будут, как по мне, вообще не ролять. Хотя здесь дальность большая, 26,6. То есть, по идее, это как раз те 0,4 дальности, да? Ну вот, видите. То есть, звучит вообще красиво. Ну, не знаю. Ладно, давайте пока возьмем дальность, а там посмотрим. Может, заменим на что-то другое. Возможно, чего-то больше стать будет от копья. Ну и лук здесь брать нечего. Как бы скорость докидываем, чтобы быстрее выпулькивать все пульки, которые здесь есть в луке, опять же. Урон от снаряда 1076. Пулик 10. Как бы 10700 урона. Красиво звучит. Красиво. За... Эй, тут правда, нету параметра, за сколько эти пульки вылетают, да? Ну, хотелось бы его увидеть, но вроде бы как скорость как раз отвечает за это, ну, либо эта скорость отвечает за скорость полета снаряда. А выстреливание снарядов как было, там, условно, какие-нибудь 3 секунды, так и осталось. Ну что же, пойдем смотреть, сборку не меняем, подвижность нам не очень нужна, мы же это, танк, да, все дела, бесконечной хпшкой, поэтому играем так. Ну, конечно, в будущем, если будет, ну, если буду играть с нормальной командой, я возьму подвижность, потому что, когда играешь с нормальной командой, всем нужно быть подвижным, ловким, мощным, плюс еще дефибриллятор. Ну, в общем, та сборка меняется, конечно, сильно. Но в любом случае, с рандомчиками, как по мне, красиво смотрится, потому что просто монстр неубиваемый становится Генри. Блин, не попал. Бывает. Бывает. А если ты неубиваемый монстр, то это звучит сильно. Ну, как по мне. У нас тут супер уровни в команде. Ну да, я 18. 8 и 10. Вот видите, вот какие игроки играют на 1000 рейтинга. 8 и 10 уровни. 12, 13. И я такой 18. Не пугаю. Сбриваем бака. Опять же, да, давайте, кстати, посмотрим, за сколько времени лук выстрелит свои пульки. Ну, секунды 2, да? Секунды 2 было. Я, кстати, сейчас немножко перебыковал, наверное. Наверное. Меня могут и убить, в принципе. Сейчас достаточно легко, причем могут убить. Хотя бы кого-нибудь продамажу. Ну, блин, что это за отброс? Ну, вы видели эту дичь с отбросом? Еще и этот пулькнул в меня, да? Там, кстати, 15-16 уровень, если что. Опять отброс. Это у чего? У этой гениальной Лизи канистрогелия? Серьезно? Вот же гений с канистрогелия. Это ж надо таким быть, а? А все убили, что ли? А ты гений сбежишь. Ну, конечно, ты же гений командной игры. Заметьте, 10-12 уровни. О, хпшка появилась у этого, кстати, гения сразу же. 10-12 уровни, но... Ну, и 11-18, конечно, да. Я очень много втанчил, я же говорю. Генри с рандомами, он танчит. Он танчит, и за счет этого
он много очень вносит пользы в бой для команд. Поэтому если бы я здесь как бы был с более командной сборкой и подвижностью, я бы здесь так не смог сделать, как я вот смог сделать сейчас. Плюс моя команда не смогла бы разыграть в момент с тем, что я танчу весь урон, они дамажат, да? То есть тоже нюансик. Поэтому нужно понимать, рассчитывать, если у вас высокий уровень, и вы играете на таком рейтинге, на что вы способны и что вы должны делать, блин. Опять же, да. Важное дело, все дела. Но противники были сильные, долго жили. Лизи, конечно, с Канистергеля это мощно. Очень мощно. Я, кстати, не куснул, это была моя ошибка. То есть там миллиметра не хватило до Куся долететь, да? Большая ошибка, если честно, была. Совершена мной. Вот видите, как быстро умирают, да, от адекватных противников. Хотя там один разница уровней с акулом, ну. Ну тут уже без вариантов. Тут слишком слабый у меня склад, слишком сильный у них. Плюс, ну вот, короче, змея. И даже то, что краб пукнул, то пофиг. То, что я вот здесь вот ошибку допустил, я активным навыком не долетел до противника, да. Я его заферомонил активным навыком, но не долетел и не куснул его. Из этого у меня не было отхила, меня сбрили, потому что команда противника, ну, кнопки умела нажимать. Вы сами все видели, да? Моя команда не очень. И, следовательно, вот вывод. Ну, в принципе, да. Такие вот дела бывают, ничего страшного, в принципе, там нету, это моя ошибка была. Надо было немножко сыграть более сдержанно в начале, да, не врываться прям сразу, подождать, чтобы увидеть. Я, правда, видел всех, да, чего мне было ждать. Ну, в общем, зайти более удобно, заферомонить несколько человек, раскинуть их сразу, там, 2-3 трупика сделать, да, и как бы будет красиво. Ну, вот я не сделал, как бы, моя ошибка, плюс не отхилился, и вот. В общем, комбо ошибок. Не делайте ошибки, ребята. Это неприятно. Проигрывайте за них. Потом. Вроде бы 18 уровень имбы, все дела. А, вот такая вот микро ошибка и все. Ну хотя там 17 акул был, сами понимаете, да? 16, 17. Если честно, разница там не такая уж и великая, чтобы разваливаться. Но опять же, 18 уровень не прокачанный, чисто уровень, ну, КПшка запущенная. Вот если бы я был 17-м Генри, это было бы по сути одно и то же, что я против 18-го. Ну, что я был бы 18-м, просто. 18-й. Как бы нормально. Самое прикольное то, что он играет с кофе. Вот мне больше всего нравится. Да вы задолбали, ну. Ладно, больная команда. Ничего страшного. Пойдем сейчас в следующий бой сразу же. Ну, я, наверное, сам виноват, что ворвался. На 18-го раби с кофе было врываться, конечно, глупо. Че, легендарным дробовиком, да? Ну, как бы, не то чтобы я бы не смог, просто как-то. Ну, это опять же, видели, противники кнопки нажимали? Да? Видели мой сквад там, когда я показал вам карту? Ну, как бы, вопросы. Командная работа. Ну, то есть, вроде бы я видел, как енот, вот, который был слева чуть-чуть от меня, да? Он вроде бы как был ближе, когда я подходил к этому замесу, да? Ближе к противникам, я имею в виду. То есть, он уже был в замесе. А тут бац, он у меня. Ну, я когда влетаю в замес, он берет и уходит. Ну, то есть логично, да? Логично. Ну, как бы. Зачем было влетать в замес? Чтобы потом уйти? Ну, тоже очень логично. В общем, ладно. Рандомных игроков смысла обсуждать нету. Они не очень хорошо играют, все мы это знаем прекрасно. Поэтому ладно. Надо просто как-то адаптироваться к ним, наверное, слишком. Слишком многого от них хочу. Слишком. И поболее сейвов. Сейвово все-таки играть. Ну, вот знаете, в первом вот тогда бою, когда противники были поадекватнее, точнее, союзники были у меня поадекватнее чуть-чуть, да, там мне получилось реализоваться достаточно неплохо, потому что я как раз делал все, что нужно, и моя команда тоже мне помогала в этом деле. А теперь вы видели мою команду. Их не было просто. Они просто были нулевые, при том, что вот еще один сквад подошел. Ну, короче, три боя подряд, да? Три боя же. Ну, мы сейчас еще один бой сыграем, в любом случае. Три боя подряд. Просто нулевая команда. Просто нулевая. Кнопки нажать не могут. Бегать вместе не могут. Ничего не могут. Вопрос, кто они такие и что они тут делают. Почему против меня 15-16 сквады забиты адекватными игроками? Вопрос. Вопрос. Интересный очень сильный. Тут у нас же нету баланса по уровню так. Почему тогда? Почему там сквад типа супер адекватный, причем высокие уровни, а у меня. Ну, кстати, в этот раз мне повезло. 2-14, а не 16. Но опять же, вы видите, какие там игроки, ну, плана, панду видите. Остальные более менее нормальные. Ладно, в общем, погнали. Ворвемся.
Ну, увидите, да? Просто. Каждый бой одно и то же. Эти никсы. Ну вот реально, кнопка бана. Банить никса. Не играть с никсами. Типа, ну... Вот было бы, кстати, классно, если бы у нас в игре были фильтры. Для входа в бой, типа. Ставишь рейтинг, да? Ставишь... Ну опять же, рейтинг не ниже своего, текущего, да? То есть можно выше поставить, но не ниже. Было бы прикольно. Ставишь... тех персонажей, которых хочешь, да? То есть никсов, пант убираешь из своей команды, к примеру. Звучит неплохо. Плюс убираешь уровни низкие, да? То есть разброс, не знаю, плюс будет 4 уровня от твоего текущего вниз и вверх. Ну, хотя бы так, да? Хотя бы, ну, пусть такой будет, что разрабы вряд ли на 2 уровня согласятся. Да, то есть, ну, вот так, вроде бы, что-нибудь такое вот с фильтрами замутить, и было бы вообще шикарно. Блин, какие же все сильные здесь, а? Какие же здесь все сильные? Жестко прям, прям жестко очень. Носорожика там неплохо продамажил. Я, правда, мне просто летит нереальное количество урона в лицо. У нас кенгуру влетел и умер красиво же. Ну, посмотрите, ну вот что это такое? Я даже подойти не смог. Убегают, 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 убегают. Задолбали убегать. Задолбали, убегают, 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 убегают. Убегатели, блин. Че, да убегался, да? Ой, да как он меня схватил? Я же его активным навыком укусил. Как же мне мой сквад бесит. Как же мне мой сквад бесит. Просто нереально. Почему они дерутся только со мной? Я не понимаю, но вот стоит же куча противников. Задолбали. В итоге соло остался. Ну а че мне? Сквад не хочет со мной играть. Мы пошли, как говорится, в одно место. Не хотят играть команд на их выбор, да? Просто больные животные с канистра гелия на Никсе. Горите в аду. А, крем огнестойкости на Никсе 15 уровня. У тебя все нормально, друг, с головой? Друг, друг, пора лечиться, друг. Надеюсь, мои эти возгласы ему как-нибудь будут услышаны, и он вылечится. Да, ребят? Пожелаем, как говорится, ему удачи в лечении. Вы видели только что кролика Скипи, да? Ну вот такие дела. Командные бои. Либо так, либо умираешь. То есть либо соло дерешься в 3 сквада и всех убиваешь, либо умираешь. Та-дам. Просто 4 боя подряд. 4. 4 боя подряд. Полностью нулевая команда. Даже вместе ходить не могут со мной. Просто хотя бы вместе ходить. Они взяли, остались сверху, когда я пошел. Ой. Я не понимаю. Это для меня загад. Почему они такие жесткие, мощные и все такое. Ну, Генри 18 взят, ребятки. Сами видите, какие сейчас нынче бои на 1000 рейтингах. Какие противники попадаются, да? То есть 18 уровень там нормально, типа, для этого рейтинга уже. Значит, надо качать 20-й. Правда, жетонов нету, но надо качать. 5000 жетонов надо. Было же 4, не? Что-то я как-то запутался. А с каких пор 5 стало? Ладно, неважно, но это все, ребят. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Надеюсь, вы не горите, как я, когда у вас прекрасные команды, конечно, попадаются в рандоме. Ну, как говорится, играйте с нормальными игроками, с нормальными командами, объединяйтесь с друзьями и все такое. И тогда будет хоть немножко, но счастье. Немножко, да. Не рассчитывайте на особо большие успехи. Все. Всем пока-пока.